приехали в Гуйлинь. Вот такие сидят китайцы в национальных одеждах. Тут памятник. Речка Лидзян. Здесь ходят, ездят, гуляют, на мотоциклах катаются. Такой там город на том стороне с горами. Автобус мы ехали на таком. И наш номер, чай. Наш номер. Экстремал. Да. А что здесь экстремально? Второй после тебя. Ну, они все смотрят с удивлением. Тебя смотрят с удивлением. Вот я на беседке. Блин. Ну да, можно так, как солнце оттуда, да, так. Ну так, вот у вас немножко панорама, речь. Энтузиаст Павел пошел опять испытывать речку Лидзянь. Вроде бы так, если я не забыл. Холодная? Не холодная, конечно. Решил свой любимый прыжок. И поплыл, поплыл. И три европейца плавали, и четвертый европеец. Любитель плавания. Испытывал новые реки. Погода чудесная, наконец-то солнышко. В Янсо не было солнышка, было тепло, но солнышка не было. А здесь хорошо, тепло. Выключать? Выключать. Водопадик. Здесь парк. Мальчик. Ну что, куда мы ходили, поднимались. Какие здесь указатели. Красота. Вот водопады.
огромный парк. Красиво. Живые павлины, фонарики, дерево. Да, вот и панда, символ Китая. Второй там ходит где-то. Облизывается. Повис и все. Ушел. А он там в углу второй. Ой, как не стыдно, повис. Место. А этот ходит. Этот ходит. Более шустрый. Очень серьезные морды. Да. Габенье морды. Габены. Он там крадется еще одна. Я не мог перепрыгнуть. Толстый. Толстый. Одна что, другая вышла. Целое семейство лисей. Обед.
интроверт, хочет в одиночестве есть. Ну, а это три схватилось. Австралия приехала. Взлета. Ян. Мама. Эй. О, прыгает, да. Нет, у нас вечер. Такая набережная Гуйлиня вечером. Набережная речки Лидзян. Есть Гуйлинь. Это листочки. Есть Гуйлинь. Я добрался до самого верху. Нет, вроде китайцы, а китайцы не понимают. Сейчас подружка плывет. Фокусируется на цветах, и поэтому не четко.